Члены «Единой России» и партийные активисты вновь помогли волонтерской организации «Офицеры границы» из Голицына. В этот раз им поступила просьба об изготовлении специальной рамы для плетения маскировочных сетей. Заявку приняли в работу и в течение недели закупили все необходимые материалы, изготовили элементы станка, доставили и собрали его дома у одного из волонтеров.